Уважаемые жители Ульяновской области, мы военнослужащие 104-го гвардейского десанта-штурмового полка. От всего сердца поздравляем вас с Днем Великой Победы, который подарил нам свободу и мир. Мы, как достойные продолжатели воинской славы наших дедов, готовы также отстоять честь и достоинство нашей великой страны и победить фашистов. Мы выражаем благодарность губернатору Ульяновской области, русских Алексею Юрьевичу и Федерации спортивной борьбы за их поддержку и неотъемлемый вклад в нашу победу. Мы делаем правое дело, враг будет разбит. Победа будет за нами.